Слово предоставляется Муштовинской Галине Владимировне. Дорогие узники, я тоже встречаюсь с вами ежегодно, два раза в год. Я очень рада вас всех видеть. И разрешите мне от русского общества нашего города вас всех поприветствовать на этой земле. От всего сердца поздравить вас с сегодняшней традиционной встречей 11 апреля. Это международный день, как уже было сказано, узников нацистских концлагерей. В сентябре этого года 70 лет освобождения нашего края от фашизма, от этой коричневой чумы. Конечно, нашему послевоенному поколению очень горько осознавать, что спустя 70 лет мы не можем вас, дорогие узники, порадовать хорошей жизнью. Вы прошли этот Салазкинский тюремный голодный ад, получаете мизерные пенсии, а цены в этом году выросли на продукты питания в 1,5-2 раза, на коммунальные услуги. А самое грустное, печальное, что у вас, у многих дети и внуки не могут найти работу, уезжают за границу. И обратно мало кто возвращается. Кто вас может больше порадовать, кроме своих детей, которые далеко где-то потрачат в Англии, в Ирландии, в Америке? Что об этом говорить? И они вам помочь не могут. Это все сделали наши доблестные, в кавычках, политики, которые должны взять на себя развал промышленности, сельского хозяйства, учиняет геноцид собственного народа. А уж о какой-то помощи для вас, узников и ветеранов Великой Отечественной войны, они не хотят и слышать. У меня из 200, где я взяла на учет в русское общество, осталось 25. Мы всеми силами ежегодно помогаем этим ветеранам Великой Отечественной войны, помогаем на 23-е, на 9 мая. Но это мизерная, мизерная помощь. От Салазкинской думы мы не получили никогда ни одного сантима, ни одного цента. Да они боятся. Вот сейчас присланы были приглашения нашему мэру. Только Михаил Федорович Рогаль был там, Салазкинске, но сейчас тоже к врачу уехал, его нет. А так, вот я 15 лет встречаюсь с вами, фактически никого никогда невозможно допроситься. Да о чем говорить? Вы видите, как разрушается этот мемориал? Вы видите, кругом везде разруха, и они этого ждут, чтобы этот мемориал опять превратить какие-то игровые клубы, как они везде понастроили, или в магазины, которые рушатся на глазах. С грехом пополам добилась, вот стулья, на которых вы сидите. Это 10 лет я просила, чтобы узники могли куда-то сесть, приехать завтраком, с обедом, столы. Вы знаете, я в течение года звоню, пишу вместе с Еленой Георгиевной. Это какое отношение? Это варварское отношение. Пренебрежительное. Ну, давайте не будем о грустном. Мне хочется от всей души, мы будем бороться до конца. От всей души, от нашего русского общества, я желаю вам терпения, здоровья, выдержки в этой сложной, иногда невыносимой жизни. Спасибо большое.